как создать новый аккаунт Google, либо лайфхак для тех, кто хочет стать рептилоидом. Погнали. На своем телефоне нужно будет открыть там почту, либо полностью гугловский аккаунт. Выбрать «Добавить еще», «Добавить аккаунт». Далее выбираем гугловскую почту, проходим аутентификацию на своем устройстве. Ну и, соответственно, создать аккаунт для себя. Далее пишем любое имя, допустим, рептилоид. У нас будет рептилоидович. Вот как бы самый кульминационный момент, когда мы выбираем дату, месяц и год рождения, после чего нам остается выбрать только пол. И это самое интересное. Тут-то и начинается вся загвоздка в том, что есть пол не указан и есть дополнительное. И в дополнительном мы можем придумать любой пол к себе, ну и опять же обозначиться либо мужчина, либо женщина. Толерантно, просто, на айфонах такого нет. Ну, если вы, конечно, на айфоне не будете регистрировать гугловский аккаунт. В общем, как-то так. Теперь нам остается нажать «Далее» и придумать себе какой-нибудь суперкрутецкий почтовый ящик. Создать свой адрес. Пишем «Рептилоид». И если он будет занят, придется сделать какую-нибудь добавку. Да, он занят. Добавляем точку. Проверяем. Все. Создаем пароль. Вот и все. Далее, после того, как вы придумаете свой пароль, вам останется только лишь подтвердить свой номер телефона. Ну, хотя этот пункт в мобильном приложении можно попросту проигнорировать и пропустить. Все, аккаунт создан. Им теперь можно полноценно пользоваться. Ну а теперь под кофеек можно все это дело обмыть. Рождение нового вида, подвида рептилоидных. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока, делимся этим видео.